Да, с болотниками расправляться куда приятней, чем с сумасшедшими реднеками. Куку. Если есть куку, значит есть реднек. Ты не странно, ты не похож на реднека. Фу, блин, говно какое. Блин, хорошо, что у меня было полно пистолетных патронов. Стимулятор. Шипованный кастет, осколочная граната. Что здесь контрабандист-то делал? Ящик этот с пивом, что ли, тащил? Какое-то особое запрещенное пиво? Где вы, реднеки? Опять болотники. Не, ну-ка подбородочек выше. Сейчас будет эпичный выстрел. Да, так его. И все щи в смятку. Блин, опять синичестер ломается. Что такое урон-то большой? За дерево спрятался, молодец. Контрабандист. Ладно, пора на ремонт. Сохранение. Так, так. Так, мне это не нравится. Ну, полетел, полетел, жаворонок. Эй! Как у него время кончились. Так ты мне больше нравишься. Кто бы мог подумать, что они произошли от черепах, вот эти вот болотники. Вернее, вот эти водяные. От черепах эндемиков. Жевательная резинка.
Так, похоже, дорога все-таки тут. Главное, чтобы симулятор хватило. Ну-ка, пополним запасы ваца. Цвет мне их прикалывает, прям как броня. А болотников здесь прямо до хрена. Брата-акробаты. Ну, вставай, вали оттуда, блин, пока можешь. Все, ладно, игрались, хватит. Эй, чё так мощно ты меня рвёшь-то, скотина? Такая черепашка по имени Наташка, твою мать. Сдохни. Может, потом здесь способность кровавой бани. А чё, зато весело будет. Правда, как инвентарь потом подбирать. Ну, судя по тому, что сопротивление все увеличивается, увеличивается. Вот это самая святая панга. Прям уже близко. Ну-ка. Помощь. Медикс. Где это Радикс-то? Ага, в тела какие-то. Пангу мы продаем. Чё-то не толку-то, интересно. От этой панги. Интересно, как трэпер поймал этого грёбаного водяного. Ёбаный в рот, вот это да. А чё, ничего тут так урожай... Ага. Отлично. Так. Так, где ж ты панга-то? Так, так, так. Под дикой панки 42 штуки. Так, 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 информация. Заметки задания. Добыть 17 диканской панки. Как ее добывать-то их?
Ага, вот они, семена. О, меня заглючило. Потрясно. Угу. Судя по виду, у нас что-то вштырило. О, пупс. Что ты тут делаешь?